то, что там сказали, на чейках должен быть учим образование. Я сегодня поеду, привезу чего. Ребенок, я перезвоню. Ей некогда накушает. И этот самый. Ну. Привезу девочку. Кого? С высшим образованием. 96-95, 6-й. Или тебе нужен ночмед, или тебе нужна фотомодель? Мне нужно три в одном. Ночмед, что мне еще, фотомодель, ну и... Кушать это надо. Давай так, мы сначала возьмем то, что есть, а потом будем подбирать. Малой, девчонки там говорят, ну вы говорите, что вы умеете? Я умею все. Говорит, в каком плане? От подавания кофе и... Такая пауза. И приносение документа на почту. Так, короче. А куда ты ехал собак? Тебе в ночмедом уже к собаке где-то, пожалуйста, перестреливай. А вообще, какое тебе образование? Женское? Я серьезно. Нам во взвод медицинский нужно 19 человек. Ну вот первый. Медиков. Третий. А что это такое сумма? Я меньше бить собралась. Люда, дай мне немножко, я дам. Да я дам. Люда, какой-то, рыба, ручка есть. Фигачи, да, вот туда? Особенно танки. Что вы говорите, что такое? Танки, давайте я бить. Потому что это личное производство «Пантер». Из трех укроповских был собран. Понятно. Стреляет хорошо. Да? Проверим. Мишень. Ну стреляет же. Солидно. Оглохнуть нахрен можно, блядь. Я понимаю, что делать. Кому теперь легко? Если бы только одну пушку вам поставить на балкон. Классно будет. Слушай. Ну. Ну ты меня послушаешь, или будешь хнить. Но у этой девочки образование высшее. Ну какой девочка? А это что, мальчик потом? Не вы. Какой ветеринар? Я что, лошадь что ли? Короче, медицинской службе вот этой сказали, что на ночмеда пойдет, что на ветеринар пофиг. Да они уже согласны даже на этого, блядь, на собаку, да. С медицинским образованием. Да, я тебе говорю, нужно укомплектовать список, не ехать за этим чеком или нет, но я думаю, что надо ехать. Ты узнала какая? Да, должна быть короткая прическа. Диви, я начну ревновать. Да ты начинай, ну как ты едешь. Товарищ командир, можно это где-то у нас будет, если не понятно. Давай, съезди. Только в лоник один. Я сказал, броник, одень и каску. Я понял. Все, я принял. Нику, значит, я голову отобью нахрен. Я понял, товарищ командир. Еви, Нику на штаб. Да. Записывать ее куда? Да, значит, вы медицинский взвод. Все, и она там. Да, пока тусуется там. Я ее пока передаю девочкам, и она там. Главное, мальчика не передавай. Понимаю, я тут выросли. Все, ребят, где мы? Поехали. А! Одесская.